Сразу несколько взрывов прогремели сегодня в Афганистане. В городе Джалалабад погибли 33 человека. Свыше сотни получили различные ранения. Состояние многих из них врачи оценивают как критическое и просят население сдать кровь для пострадавших. Один взрыв произошел у местного банка, другой у здания Департамента информации и культуры. Кто стоит за кровавыми терактами, пока неизвестно. Талибан уже заявил о своей непричастности.